Здравствуйте, друзья! Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также все прочие вещи находятся в описании данного видеоролика. Там же мой промокод на Arizona Roleplay Phoenix, NoToxic54. Вся эта информация находится именно там, в описании. Поэтому заходите, переходите, делайте все прочие вещи именно там. А я сегодня посмотрю видеоролик Вертевич, потому что Вертевич это мой давний, очень старый, очень, молодой друг мой, вот. Давайте начнем. Привет всем шалунам. Привет. Меня зовут Никита. Какой Никита? Вертевич, да? Сегодня я буду шерифом мини-округа. Офигеть. Блейн. Вы все знаете, что я тот еще мистер адекватность. А значит, очень классный, да. Будет расти в геометрической прогрессии. Я надеюсь, потому что в последнее время что-то вот это вот осень там за окном, вот это вот все прочее, настроение вообще такое себе. Давай, Никит, не подними. Каждой минутой просмотра. По названию ролика вы уже понимаете, что будет происходить. Ставьте лайк, и мы начинаем. Давай. Опа-на. Рыбачим, значит. Угу. Здравия желаю, вас приветствует Рыбнадзор. Здравствуйте. Угу. У вас лицензия на рыболовлю имеется? Чего, бля? Ну, коль нет... Проедем в участок. Мне кажется, она и не нужна. Нет, вы ошибаетесь. Как раз-таки лицензия на рыболовство нужна. Ну а где ее взять? Купите меня. Вас? Именно. За сколько? $10,000. Ладно. Если что, рыболовных лицензий не существует. Просто я очень предприимчив. Вот. Здорово, челик в шляпе. Стоять на месте. Это Рыбнадзор. Чё? Лицензию на рыболовство имеем? А должна быть лицензия? Тут ни у кого я не видел. Документ Рыбнадзора покажите. Смотрите, вот мои документы. Рыбнадзор закончился. Ах да. Ставь лайк, если жалко. Стоять, не двигаться. Здравия желаю. Привет. Рыбнадзор. А чё, нельзя рыбачить? У вас имеется лицензия? На чё? На рыболовство. Нету. Ну, тогда я из налоговой. По десятке я поехал. Мне просто вас в участок вести лень. Тазером бить вот этим вот тоже вас лень, понимаете? Спасибо большое. Ни хвоста, ни чешуи, как говорится, пацаны. Счастливо. Еще два клиента. Нормально. А я думал, он будет тормозить машины, типа. Здравия желаю. А я такой... из Рыбнадзора. Секундочку. Можно проверить ваши сумочки? 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 Можно. Рыбу ловить? К машине на капот? Куда? Как? Не, можем просто стоя. Лицензия на рыболовство имеется? А, ну, нужно. Ну, с сегодняшнего дня, да. С каждого по десятке я поехал. Мы так и думаем. Не, ну под колеса, чтоб бросались, я такого еще не видел. О, а что это выпало такое красивое у этого человека? Молодой человек, у вас кажется, что-то выпало. О, Никита, привет, ебать. Я думаю, что сегодня я не Никита, а сегодня я шериф округа Блейн. Шериф Никита. Вы задержаны за ношение вот таких вот интересных вот, ну вы сами понимаете. Ну, задерживай. Сегодня акция, вообще 10 тысяч и все, я уезжаю. Все, счастливо, больше не прыгайте под колеса, удачи вам, счастья, здоровья. Нормально, двадцатку прямо около полицейского участка поднял. И тут влетает человек-невидимка. Я смотрю, вы все-таки работаете в этом городе. Мы в экватор уже полчаса ждем у бака, кто-то запарковался в двери. Похуй. Товарищ полицейский, эвакуатор, час уже у банка ждем, когда работать-то начнем? Я слышу из космоса какие-то звуки про эвакуатор. Сэр, я вас не вижу, честно. Где эвакуатор? Я прошу прощения. А, пойдем покажу. Вот эвакуатор, брат. Ну, вот что-то с видеокарты у тебя, Никит. Сел и пошел работать. Сел вот сюда за баранку и пошел работать. А, я думал, вы в аренду хотите. Могу в аренду сдать. 20 тысяч. Надо лампу погрузить, которая там у банка охреневшая застряла в дверях. Охуеть. Эх, загрузили деда хуйней всякой, причем ламба прям у входа. Угу. Извините, у меня один вопрос, а что делать-то? Эвакуировать? Не, если реально, я не знаю как. Я застрял. Блядь. Я застрял, пацаны. Руки поднял и шокер на пол выбросил. На пол шокер, я сказал. На пол свой шокер выбрасывай. Это могло бы быть похоже на концовку Бумера 2, но, к сожалению или к счастью, я обладаю магическим... Бумер 2, говно. Какими способностями? Бумер 2, залупа. Опа-на. Ну-ка, прижмись. Не, переход отличный. Обочине. Туки. Добро пожаловать в наш округ. Здорово. Лицензия на грузоперевозки имеется?
Все, вопрос решен. Хорошей вам дороги. Может, вам сопровождение? Нужно, я вас сопровожу еще за 10 тысяч до конца этого маршрута. Вас никто даже не ограбит. А, ну все понятно. Нормально. И опять эти инопланетяне. А это что сейчас было? Может, еще раз фокус покажешь? Какие фокусы? Подождите, я галстук поправлю. Слушайте, а какие фокусы? Вы о чем? Волшебный апчхуй. А, ну секунду. Здорово. А также во время съемок ко мне подбежал пацан и предложил сыграть дорожную рулетку на 3.5 миллиона. Конечно, и чё, сыграл? Я не смог ему отказать. О, нормально. У меня всего 3. Не-не-не, руки-то уезжай. Руки-то. Спасибо, я только что выиграл 3.5 ляма. 3.5 ляма заработал. Стоять на месте, рыбнадзор. Слушаю. Лицензию на рыболовство имеем? Конечно. Предъявите, пожалуйста. Что вы думали, браконьерством тут занимаетесь, я тут буду спокойно спать? Нетушки. Так, я вижу, лицензия у вас имеется, у вас все в порядке. Ни хвоста, ни чешуи. Сейчас я всех пойду пособираю. Стоять, не двигаться! Рыбнадзор! Ого! Мне кажется, что все сейчас школьники в GTA 5 РП будут такое Ого. Делать. Лицензию на рыболовство имеем? А вот я так понял, вот так вот начал. А как это так, вот так вот я начал? А вот так вот так. А вот же, а как это вы так объясните? Так вот получилось. Я против закона. А, молодой человек, вижу, у вас имеется лицензия на рыболовство, у вас все прекрасно. Так, ни хвоста, ни чешуи, приятной вам рыбалки. Спасибо за хвост, за чешую. Вот, счастливо, счастливо, до свидания. Ха, нормально, 20-ку с куста срубил. Все, ребят, это был ролик Никиты Вертеевича. Вообще, Arizona Roleplay Phoenix, все дела, всем пока. No Toxic 54, Данте Коннор, вы все сами знаете.